В России, начиная с 2021 года, ежегодно будут увеличивать количество бюджетных мест и отдавать их вузам в регионы. Об этом заявил в своем послании Федеральному собранию президент Владимир Путин. О том, по каким направлениям будут выделены бюджетные места в нашем регионе, выяснила Наталья Чекит. Во время послания Владимир Путин отметил важность того, чтобы в региональных университетах не только росли цифры по приему абитуриентов, но и чтобы вузы развивались с участием бизнеса и других работодателей и укреплялась их учебная, научная и социальная инфраструктура. По словам главы государства, бюджетные места будут отдавать прежде всего в те регионы, которые нуждаются в современных, молодых и перспективных кадрах. В ближайшие годы число выпускников школ будет расти. С учетом этого нам важно сохранить равную, справедливую доступность бесплатного очного высшего образования. В этой связи предлагаю ежегодно увеличивать количество бюджетных мест в вузах. Причем, и вот что я сейчас скажу дальше, это чрезвычайно важно, в приоритетном порядке отдавать эти места именно в региональные вузы, именно в те территории, где сегодня не хватает врачей, педагогов, инженеров. Ядро научной школы в Тверской области составляет 8 государственных вузов, а всего в Верхневолжье 25 учреждений высшего образования. Сейчас правительство региона сосредоточено на совершенствовании материально-технической базы образовательных учреждений, а также формированием условий для студентов, которые помогут им развиваться. К слову, этому должен помочь спортивный кластер, который собираются развивать. Студенты должны не только учиться, но и проводить досуг. Однако на данный момент только формируются контрольные цифры приема для поступающих в следующем году. В этой связи могу сказать следующее. На 2020 год, так как конкурсы все закрыты, если ситуация и изменится, она изменится очень незначительно. А то, что касается 2021 года, Министерство науки и высшего образования только в феврале будет объявлять конкурс, вузы спускать его по определенным критериям, показателям эффективности каждого вуза и каждой конкретной программы укрупненной группы будут выделены бюджетные места на 2021 год. Как отмечают в университетах Твери, решение президента может положительно повлиять и на уменьшение оттока лучших студентов из регионов в столицу и крупные города, так как возможность учиться за бюджетные средства – это весомая поддержка для молодых людей и их родителей, мотивирующая получить образование в регионах. То, что предполагается, что в следующем 2021 году вузам будет выделено больше бюджетных мест, ну, вселяет оптимизм. Это решение на благо региона, на благо тех ребят, которые сейчас в 10 классе учатся и которые будут поступать в вузы в 2021 году. И то, что будет больше бюджетных мест, это будет работать и на благо непосредственно абитуриентов Тверского региона, ну и для тех талантливых, способных, активных ребят, которые к нам будут приезжать из других регионов. В приемных комиссиях университетов подчеркивают, что в этом году поступить в университет с профильным экзаменом по математике можно только сдав профильный ЕГЭ по предмету, минимальный порог которого составляет 39 баллов. Приемная кампания этого года стартует уже с 20 июня, а информацию о количестве бюджетных мест на 2021 год ученики выпускных классов узнают в начале октября текущего года. И в соответствии с этой информацией смогут решить, в какой вуз поступить и какую выбрать специальность.